Я вам покажу кое-что. Вот, 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 вот. Сейчас хорошо видно, может. Почему? Всем привет, друзья! Вот, наконец-таки, долгожданное видео в новом году. Как я обещал вам, что приеду в дом ведьмы, где погибло два брата, приеду сюда с ЭГФ. Я приехал сегодня сюда с ЭГФ, вот в той сумке лежит ЭГФ. Если паранормальная активность не будет себя проявлять, я применю ритуальный свисток, и уже тогда будем приступать к сеансу ЭГФ. В общем, сейчас, друзья, я расставлю свет в доме, я еще туда не заходил, расставлю свет, и тогда уже включусь. Вот здесь я буду проводить сеанс ЭГФ, потому что хрипы исходили вот с той стороны, с дивана. Здесь я ничего не буду делать. Ну, если там будет тихо, то я перейду сюда и уже здесь буду проводить сеанс ЭГФ. Сижу я пока в этой комнате. Послушаю. Будут ли какие-то опять сторонние, потусторонние звуки. Особо светить. Сейчас на минималку сделаю. Сейчас, в принципе, на минималке стоит. Сейчас я вспышку на телефоне. В общем, друзья, если что-то будет, я включусь. Свет, свет, свет. Свет, свет. Сейчас я на телефоне включу свет. Все, нормально. Сейчас я установлю свет и включусь. Все, друзья, собрал фонарь. Сейчас фронтальной камеры нет, потому что я использую вспышку на телефоне. Сейчас. Вспышка. Когда упал фонарь, погас свет. Не знаю, слышно было или нет, шаги вот здесь. Сейчас попробую еще раз выключить свет. И вот так на вспышку. Сейчас выключу свет. Попробую еще раз зеркало, я вам покажу кое-что, если будет видно, что я увидел тогда. В
Вот, 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 вот. Смотрите, круг. Да, видно будет сейчас. Там крест. Внутри круга. Но я скинул фотографию. Исходил отсюда, можно включать ЭГФ. Сейчас я камеру установлю на штатив. Включу, зажгу свечи, выключу свет и включу ЭГФ. Итак, друзья, все готово. Только сейчас я вот проведу микрофон, петличку, чтобы вам было лучше слышно. Потому что камера далеко стоит. А шипение, вот как я сейчас включал, когда в первый раз ЭГФ, там было очень сильное тихое шипение. Надо будет попросить, чтобы он сделал, ну, настроил там погромче, не знаю, что-нибудь. В общем, сейчас я подведу сюда микрофон. И тогда уже включусь. Не знаю, друзья, как будет слышно меня через этот микрофон. И как будет слышно ЭГФ. Здесь кто-нибудь есть? Мы рядом. Скажите, кто вас убил? Скажите, кто вас убил? Она это ведьма? Вы про ведьму говорите? Собрала нас. А зачем вы ей? Для чего вы ей нужны? Почему? Она идет. Вы еще здесь? Вы еще здесь? Тут у чемодана не было здесь. Дверь шкафа закрыта. Она была открыта. Thank you.
прикольно. А, зеркало. Иконка без лица. Что это значит? Зеркало. Еще попробую это зеркало сфотографировать. На вспышку. Попробуем вас сфотографировать. Блин, он все грязный, его надо протереть сначала. Да, его, конечно, не открыли. Не знаю, сколько она лет там пролежала. Что-то много так. Так уже вроде лучше. Но ничего не видно. А вот, вот сейчас видно. Сейчас хорошо видно. Может, они хотят показаться через него, я не понимаю. Для чего? Пустая иконка. Сейчас сфотографирую. 17. Вот так вспышка. Вроде ничего не видно. Что они хотели этим зеркалом? Ну-ка, если попробовать отключить свет. Выключить свет. Оставить одни свечи. А, не видно ничего. И к дивану. В принципе, они сказали, она идет. Возможно, это не они, а она подсунула мне это зеркало. Ты здесь?
Друзья, я думаю, что здесь реально находиться опасно. Если она их убила, может, она им перед смертью это зеркало и показывала. Я вообще не понимаю, зачем. Зачем пустая иконка, да? И вот это зеркало. Я сейчас в этой комнате немножко еще посижу. Если что-то будет происходить, я включусь. В общем, друзья, я отсидел здесь минут 20. Ничего не происходит ни в той комнате, ни в этой. Подведу итоги. То, что этих братьев убила реально ведьма. Потому что они сказали по ЭГФ, что она их забрала. Они не ответили, но сказали уже потом, что уходи, она идет. И вот как раз вы слышали, раздался там грохот, плюс вот этот ящик, его не видно сейчас, вот этот ящик, который был, зеркало в нем было и пустая иконка. Вот это не пойму, для чего вот это зеркало и для чего вот эта пустая иконка. Думаю, сюда больше возвращаться не буду, и так все ясно. На этом все, всем пока, спасибо за просмотр.